На открытие стелы пришло много почетных гостей. Представители городской администрации, депутатский корпус, ветераны автомобильной отрасли. О этом человеке мы знаем очень много, слышим очень много. И слава Богу, что есть люди, которые его еще помнят, и вы живы. Я всех вас благодарен, что пришли сюда, чтобы почтить как бы и память, и все увековечить этого человека. Эдуард Мавян стоял у истоков развития транспортных перевозок в Анапе. Он лично работал с Иваном Петровичем Когута. Огромнейшее спасибо всем тем, кто это создал. Я имею в виду продолжить имя Ивана Петровича Когута, открыть эту аллею всем этим людям, кто это создал, кто это сделал. И сегодня мы являемся очевидцами. Огромнейшее спасибо и низкий мой поклон. На церемонию открытия памятника приехала и дочь Ивана Петровича, Татьяна Таквазян. Во время выступления она не могла сдержать слез. Это мероприятие для нее стало полной неожиданностью. Для меня и для моей семьи это была большая неожиданность, что через столько лет вспомнили о его заслугах как труженика перед городом, курортом нашим Анапа. Я очень благодарна администрации города, всем депутатам, кто принимал это решение, Семену Саловичу Куко. Мне как бы этот день восстанавливает память о моем отце. Вот. И этот день, ну, показывает, что он достойно прожил свою жизнь и достойный житель нашего города. Стеллу открывали под аплодисменты. Это почетное право предоставили дочери Ивана Петровича. А сквер, в котором расположился монумент, будет носить имя Когута.